за горами Новый год, и сегодня мы узнаем, как можно расписать елочный шар самостоятельно. Первым делом мы берем зеленую краску и красим елку, закрашиваем вместе с контуром. Дальше мы берем коричневую краску и закрашиваем ножку дерева. Она у него находится в руках. Следующим мы берем цвет лица и закрашиваем лицо вместе с глазами и с бровями. Потом мы их нарисуем. Следующим мы берем красный цвет и закрашиваем полностью всю одежду и обувь. Следующим мы берем желтый и закрашиваем звезды на шаре. Когда мы нарисовали, стоит немного подождать, потому что предыдущие слои еще не высохли, потому что последний у нас будет белый. Сейчас мы будем рисовать ему глазки, две черные точечки. Краска у нас высохла, и сейчас можем приступить к белому цвету, закрашивать снег, мех и его бороду. Сейчас будем посыпать блестками, чтобы работа получилась яркая. Вот такая елочная игрушка у нас получилась за 25 минут. С Рождеством и Новым годом!